Здравствуйте, друзья, с вами я, канал Задачите Один, и это 41-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, сегодня, в общем, сегодня я заболел, очень кашель у меня. Извиняюсь, в общем, давайте приступим к этому обзору. Так, сегодняшнее первое обновление, это у нас вечный огонь и сделан павшим солдатом Великой Отечественной войны. Ну, в общем... Я просто снес деревню вот здесь вот, которая здесь стояла, и поставил вечный огонь. Пока что я не знаю, что еще поставить, но... Может, я что-нибудь поставлю. Второе обновление, то, что у меня увеличилось население в городе. Вот, население увеличилось до 12 583 человека, в общем. Так, сейчас уже летим и... Так, сейчас вам покажу вон свечку, хотя нет. Не просто свечку, а четырехпарадную свечку, которая... Не один подъезд, как стандартная свечка вот здесь вот. А четыре свечки в одном. Четыре в одном. Удобно, правда? Вот сейчас отлетим, летим вот мимо двух пятиэтажек. Станция метро Старфаровская и школа номер 2. У нас вот свечка маленькая, без крыл, здание. И вот она. Вот она, та самая свечка, которая четырехподъездная. По сути дела, это та же самая же по интерьеру, так что... Смотреть интерьер нет смысла, так что просто посмотрим вот, вот. Посмотрим сверху, как выглядит. Да, по сути выглядит как соединенные вместе четыре свечки. Ну, по интерьеру как обычно. Как обычные квартиры в свечках. Да? Да, почти такое же. Можно только вот отсюда смотреть. Ну, есть один плюс, это детская площадь, кажется, у нас какая-то. Горка такая вот. Песочница. И, ну и сиденье. А, ну и также качели у нас. А, ходить не видно. Я ошибся, это турники. Это были турники вот здесь. Тут надо подтягиваться вот так. Опа! Опа. Качок или не качок? Ладно, все, пошутил с вами, хватит. Короче, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. И да, друзья, в общем, как я говорил вначале, заболел, в общем, кашель у меня. Так что поддержите меня, пожалуйста, лайком, то есть подпиской на мой канал. Ну и, конечно же, естественно, пожелания мне. Пожелания, чтобы я выздоровел. Ну и, конечно же, не забывайте оставлять мне идеи, что еще построить, что это такое новенькое в Яковлевске. Ну, у меня, в принципе, на это все. Спасибо всем и до новых встреч!